Андрей Дубина – монтажник самолетов, родился в Воздвиженском городке. Здесь же закончил школу. В месяце отдыха между учебой и армией решил поработать на заводе. После срочной службы в 1989 году вернулся на свое старое место – в бригаду управления. Сначала был учеником, полгода меня учили, все. В основном только демонтажу. Разбирал самолет. А потом уже, кажется, более взрослые люди, как наставники – давайте уже потихоньку к монтажу приучать. И вот уже 25-й год Андрей занимается монтажом двигателя и системы управления. Доводит аппарат до выхода из цеха. Работа филигранная, тонкая настройка самолета. Этот Су-25 почти готов к летным испытаниям. Работа, конечно, у нас сильно ответственная. И такая, что делать управление самолетом – это все, что летчик сел, да, чтобы ему было и удобно, и приятно. И самолет должен легкий, маневренный быть такой, что все зависит, конечно, от управления самолетом. В цеху работает много молодых людей. Опытные специалисты передают свое мастерство парням. Андрей Витальевич – основоположник династии сборщиков летательных аппаратов. Сейчас у меня тут работают два сына. Меньший, старший, один постарше, на год разница. И все в моей бригаде, управления. На ремонт каждого самолета уходит 1,5 месяца. Раньше, вспоминает Андрей, рабочих в цеху было больше и выпускали по 4 самолета в месяц. Сейчас и народу меньше, и аппараты сложнее, потому и времени тратится больше. Анна Клыга, Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.